нам остается 10 минут, мы сухопутную часть на сегодня нашу закончили, теперь будем переключаться в море. Двигаемся к пирсу, арендуем тайский лонгтейл и двигаемся в сторону островов. Там мы будем примерно 3,5 часа. 3,5 часа на море. Вдоль островов, или как они правильно, архипелаги, как они острова. Правильно? Острова, вдоль островов. Когда приедем на пирс, мажемся обязательно кремом. Здесь солнышко по шкале вредности на 8 из 10. Поэтому можно даже в пасмурное небо сгореть очень сильно. Защитный фактор во время пасмурной погоды не меньше 30, во время солнышка не менее 50. Жарко. Движение у нас, скажем так, вентиляция будет во время движения лодки. Продувается. Есть вопрос, значит, от наших подписчиков. В какое время лучше приезжать в Таиланд с детьми? После, и куда лучше? Но... После второй половины февраля и до мая месяца можно спокойно ехать. Это хорошая погода, адекватный ценник. Не такой, как в январе месяце. Ехать лучше на южную часть острова. Это Ката, Корон и Патонг. То есть Патонг рассматривает молодежь, которая едет без детей. А с детками это Ката. Ката, пляж для деток, он более предназначен. То есть там довольно-таки неглубоко и деткам комфортно купаться. То есть остров небольшой, маленький, располагается посреди пляжа, который режет волны. Ну вообще для деток вы живете на самом хорошем пляже для купания в низкий сезон. То есть там небольшая лагуна, это пляж Панва, если быть точным, а именно Ауйон. Там даже во время шторма и во время низкого сезона волна идет минимальная. Вообще летом рекомендуется посещать лучше Самуи. На Самуи погода отличается от Пхукета, то есть она даже в сезон дождей идет вот такая. Хотя сезон дождей он уже начался, и сезон дождей это относительное понятие. Он каждый год разный. В прошлом году лето полностью светило солнышко, позапрошлым, прошу прощения. А сентябрь-октябрь лили дожди, на дороге было воды по пояс. Очень много машин утонуло у людей. Поэтому дождики тоже идут относительно. Может 5 минут идти дождь, потом светить солнце. Может часа 3 идти дождь без солнца. Но температура практически одинаковая. То есть минимальная, которая нападает, 27-28 градусов низкий сезон на Пхукете. Самая рекордная температура низкая была, плюс 15-17 градусов. На севере Таиланда 27 человек умерло от переохлаждения. Офигеть, 15 градусов? Да, но там более гористая местность. То есть у них здесь по статистике не столько людей умирают от укусов змей, сколько от падения кокосов, которые у них растут. Поэтому больше внимания наверх на кокосы, обращайте. Друзья, мы с вами на очередной локации. Сейчас прилив. Если вы видите, вон деревья находятся в воде. Только-только начался отлив. Но вот здесь мы вот сейчас сядем и помчим с вами. И помчим с вами по архипелагам, где снимался Джеймс Бонд, я не знаю, там в 1970 каком-то году. В общем, обещают, что будет прикольно. Наш капитан, наше судно. Называется оно «Небздящий». Да. Ну, по-тайски я не знаю как, но нам перевели на русский название судна «Небздящий». Фотки, у них плоское дно, автомобильный мотор с длинным валом, который по мелководьям позволяет маневрировать. Самый быстрый лонгтейл в окрестностях. 5 компаний, которые проводят экскурсии, проверяют, что лодка самая быстрая была. Самая быстрая. Грустный маршрут, а интересный, быстрый и веселый. Лонг, как он? Лонгтейл. Небздящий. Завелся с ним, можно залезть на нос. Во время хода. Там, ну, прикольно, ветром отбивает нос. Пользуемся кремом. Весь туризм после 2001 года, после строительства моста за Россию, перешел на часть пиздец. Его забросили, да? Да, там просто один чел в ногами сидит, не помню. И кондиционеры, и шнуры, и растения, все поставалось, но никто не помнит. А, кстати, я видел ролик по поводу этого отеля. Ребятки что делают? Берут дроны и летают в этом отеле дронами. Да, я вспомнил точно. Это вот этот, это и есть этот отель.
от 1000 до 3000 лет у них разнится информация о происхождении. Смотрим по навесу, картинки разные. У них школ не было. Поэтому эти товарищи, кто что умели, то рисовали. Что видите, какие картинки? Мы видим. Рыба. И не одну. Что-то летит. Снизу это слон. Лодка получается. Над ней дельфин полосатый, если вы правы. Да. Над дельфином какой-то чел с клювом шестью пальцами. Над ним два красных силуэта ярко выделены. Это я уже расшифровал, рыбаки кидают сеть. С левой стороны там такие как абстрактное изображение. Это получается карта с пещер. То есть туда можно подняться наверх и залезть. Можно было раньше. То есть уровень моря был выше. Можно посмотреть, как подточены скалы. Ну, формирование сталактитов, которые у нас висят, в открытом пространстве формируется 3-4 мм в год. Так, ну что, отсюда мы будем сейчас отправляться, кататься на морском каноэ, переход минута 10-15. Мы будем проходить мимо деревни морских цыган. Сейчас можно будет сделать прикольные кадры. Мимо деревни, она у нас за поворотом находится. Пай. Готовы? Да. Так, местные сигареты до груди. Румалы. Едем к Румалы. Местным цыганам. Это самая большая деревня в Одессе. Самое популярное место в Одессе. Морском каноэ. Остров, рядом с которым с левой стороны находится, называется Ко-Талок-Нок. Остров с натуральной природной аркой. Каноэ по времени займет около получаса. Мы находимся сейчас в национальном парке. В провинции Пхангал, в морской части. То есть здесь у них рейнджеры. Это охрана национального парка. Как у нас егеря, лесники работают. Так у них вот этих ребят десантируют по полгода, и они прямо живут. На понтонных станциях они работают, у них маленькие домики на островах. Живут на самом Джеймсе Бонде и на материке немного. То есть следят полностью за всем. У них часто здесь собирают мусор. То есть морские цыгане, что у них сейчас по прибыли? Раньше добыча жемчуга, рыбный промысел. Сейчас туризм. От 3 до 5 тысяч человек в деревню морских цыган приезжают. Мы ее посмотрим немножко позже. Вот в эту часть у них штормом выбивают мусор или прочее. Они его собирают и это все транспортируют на латексную фабрику. Если мы готовы, занимаем места согласно купленным билетам. Друзья, мы сейчас... Давай ты вперед. Да-да-да, мы сейчас на каное будем плыть в пещеру. Деня, привет там всем передашь? Хорошо. Не хватает спинки в этой каноэ. Плывем в карстовую пещеру. Ух ты, оба,
Окей, окей, окей. Потрясающий вид. Просто потрясающе. Окей. Это центр вот этих всех островов. Смотрите, какая статуя. Он говорит, это секси леди. Секси леди. Придумаю для себя. Все, друзья. Ух ты. Какая же прикольная история. Да, тут можно поселиться. Слегонца себе. Слегонца там выдолбить себе и поселиться. Но это национальный парк Таиланда. Нельзя. Здесь почему-то нет наскальной живописи. Это очень странно. Мы недалеко от того места. Вот это пещера. И это все вымыто водой. Интересно, насколько прочно висит эта история.
Угу. Капает до сих пор с нее. Представляешь, она отрывается. А вот там пещера внутри. Вот там прям пещера-пещера. Там наверняка есть тайское золото. Ну, здесь что-то уже пообваливалось. Я надеюсь, с нами это не случится. Бум-бум Айленд. А, два яйца. Да. Два яйца он показывает. Бум-бум Айленд. И нас, друзья, встречает самый крутой гид Таиланда. Познакомьтесь, Дёня. Просто Дёня. Друзья, кстати, приезжая, как это место называется? Кот-Талунок. Кот-Талунок. В общем, морское каноэ возле островов Джеймса Бонда. А, это острова Джеймса Бонда? Нет, рядышком. Ну, это все рядышком называется островами, да. Джеймса Бонда. Помню. Вот мы были вот там вот, кстати. Вот через ту пещеру мы попадаем на другую сторону. И очень круто. На вот так. Да, очень круто. Там внутри. Так вот, при приезде нас сфотографировал местный парнишка. Вот так вот, да, это выглядит. Фотка, кстати, прикольная, на удивление получилось. Да, фотка очень прикольная. Но сам прикол в чем? Знаете, рамка. Из чего сделана рамка? Очень колоритное производство. Делается с помощью слона. С помощью слона делают два вида продукции. Бумагу из какашек слона, где он съедает от 150 до 200 килограмм пищи. И кофе. Есть кофе Лювака, а есть кофе Black Ivory. Ага. То есть он дороже. Килограмм кофе около 2000 долларов стоит. В год делают 41 килограмм 800 грамм кофе. Нифига себе. Это из какашек слона. Кормят слона, слон переваривает, ферментируется. Ну, так же, как лемуры. Да. Так вот, эта рамка сделана из какашек слона. Какашки слона, друзья. Поэтому безотходное производство в Тае.